ввел и позволил сопернику сравнять счет. Это «Атлетико». Еще даже не начал звучать этот... эту оборонительную линию, чтобы здесь помочь. Просто чуть активизм для Диего Симеона. Но посмотрим, что они тут... Я думаю, что Криштиану должен воспринимать. Рава сыграл, отдал на Криштиану. Криштиану все-таки фолит. Вот здесь не хватило этого доступа в игре, который установил Хациган. Вот он, выход из обороны. Криштиану Роналду. Зацеп, фол. Но надо проверить сейчас количество нарушений правил, которое было. Давайте посмотрим, сколько фолов допустил Атлетико к этой минуте. И это, конечно, часть их тактики. Безусловно. Над головой у мяч. Один стою, они пуляют, то проще оттолкнуться. Ждем второго тайма. Времени уже после ответного матча. Очень интересно. Ставились перед вратарем, перед обороной. Да, перед Криштиану. Криштиану. Эти вот эти периоды успокоения, они оборачивались Тут просто Криштиану. Давно не забивал мадридскому Атлетику. Мы выясняем. Чемпион мира. Нет, конечно. Удар выше. Какое счастье для мадридской публики. В том же ключе работают. Ну и их как вытаскивая просто себя из невероятной психики. Толчок в спину.